В день памяти благочестивых родителей крестителя Господня Иоанна церковь чтила и другую святую чету – благоверных Петра и Февронию Муромских. В этот день праздничное богослужение прошло в молодом Брянском храме, освященном в их честь. На службу собрались прихожане и все те, кто хотел бы попросить у святых покровителей брака помощи в семейной жизни. Храм благоверных князей Петра и Февронии Муромских появился в Брянске в 2014 году на территории старого аэропорта, где сейчас растет новый микрорайон авиаторов. Это временное деревянное здание. Ожидается, что с ростом района увеличится и число прихожан, и в будущем здесь появится большая церковь, а при ней центр поддержки семьи, материнства и детства. Кроме того, планируется установить памятник небесным покровителям брака. Эти благоверные князья Петри и Февронии, молите Бога у нас. Сегодня, когда семейный уклад стал не таким прочным, как прежде, людям особенно нужна помощь Бога и его угодников в устроении этой сферы жизни. Поэтому за богослужением возносятся прошения о даровании домашним церквам несокрушимой крепости и преспеяния в любви нелицемерной, о сохранении супружества в мире и единомыслии, благочестии и чистоте, а также молитва об умножении любви, сохранении супружеской верности, даровании целомудрия еще не вступившим в брак и о помощи готовящимся к вступлению в семейную жизнь. Хотелось, чтобы все начинающие приходили, они помогают вот именно в семейной жизни. Во многом помогают какие-то вопросы решать. И всегда в каждый день, когда прихожу на службу, я обращаюсь с ними, поклоняюсь мощам. И как бы не то, что это ритуал, но это потребности моей души. Но, конечно же, молятся святым Петру и Февронии не только о семье. У них просят спасения души, чистоты сердца, покаяния. В этот день мне довелось нести вокруг храма иконы святых благоверных князей Петра и Февронии. Вы понимаете, эти непередаваемые чувства такой благости, но одновременно ответственности. И я почувствовал, что дальше, даже как я вот сейчас живу дальше, мне так жить нельзя. Я почувствовал себя низким перед Богом. Мне надо быть больше верить в Бога, больше быть чистым, больше быть открытым. Богослужение в этой церкви проходит пока по выходным и в дни больших праздников. Но даже если прийти в небогослужебное время, можно помолиться у святых мощей благоверных Петра и Февронии, побыть в тишине и найти успокоение души. В нашем храме пребывают частицы мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которые являются покровителями семьи, любви, верности, охраняют брак, помогают людям жить по-христиански. И все желающие, кто нуждается в их помощи, могут прийти с детками или сами приложиться к святым мощам, попросить помощи, заступления. И, я думаю, каждый просящий получит просимое по святым молитвам святых благоверных князей Петра и Февронии.